Всем привет! На канале Дегустатор Толстов. У нас сегодня гости. Мы тут на две семьи закололи барашка. Такого красивого, жирненького, вкусненького. Кишки почистили, сплели. Это внутренняя пленочка. Это желудок чищенный. Это печень, почки, легкие, овощи, которые нам пригодятся. Перчик еще добавили, много очень резаного лука. Будем готовить сегодня очень оригинальное блюдо. Карен бурме и сырне. Два рецепта мы соединим. Это казахская кухня. Вот у нас тут курдючок шикарный. Все это будем готовить. Отдельно приготовим кишки с печенью и с почками в пламени, в раскаленном огне под соусом кисло-сладким. Очень вкусно, оригинальное блюдо. Его ни в какой кухне нету мира. Это мы, наш рецепт. Начинаем карен бурме формировать. Солим мяско. Добавляем зыру. Как все помните, да? Баранина любит зыру, зыра любит баранину. Просаливаем. Укладываем мясо, морковку, картошечку, чесночок, еще мяско кладем, не стесняемся, мяско кладем. Две звездочки бадьяна звездчатого кладем. Он чувствоваться не будет, он не перебьет традиционно никакие ароматы. Но он как приправа, как усилитель вкуса у нас работает. Зелень. У нас здесь резаная кинза, лук, петрушка и укроп. Добавляем лучок. Мяско. Не забываем мяско, мяско. Морковку, перчик, помидорчик, морковку, чесночок, два перчика, наш выбираем, все чуть-чуть зеленочки и лучок. Еще лучок лучка, побольше можно, но у нас будет еще томиться, в сырне будет готовиться. Поэтому будет очень вкусно. Перемешали. Завязываем со всей силы на несколько... Да. И ниже вот здесь еще. Вот так, да, ниже, чтобы там... Да, теперь будет сейчас... Теперь наш карен бурме мы будем класть в казан раскаленный, но готовить его будем в сырне. Не варить, не в углях, а готовить именно в сырне. Еще будет у нас сырне. Для этого много-много лука есть, овощи есть. И мы выстелим курдюком все. Будет очень вкусно. Смотрите дальше. Это вот на огромном подносе разместилось. И будем выдвигаться мы сейчас на улицу, вот туда, там будем готовить в казане. На улице холодно, уже банда собирается потихоньку, сейчас еще гости придут. И сейчас таган разожгли, разжигаем таган, ворота открыли, ждем гостей. Вот, полыхает. Сейчас будем курдючком выстилать, все укладывать. Мяско обязательно, будет сырнее. Сюда несите, все сюда. Курдюк мы выстелили на дно. Сейчас будем класть лук, морковь.
Тем временем к нам пришли помощники. Помощники, не надо туда лук высыпать такой. Вот козы же я. Сейчас быстренько мы уложим казан. Тут козы же я. Слой лука добавили побольше, все-таки у нас это элемент еще сырнее. Слоями зира обязательно. Соль, зира. Послушайте, как шипит курдюк. Сейчас он дает аромат, коричневую корочку. Там же лук с морковкой, они дают свой аромат. Мы, возможно, добавим немножко. Смотрите, чем мы закроем сейчас. Чтобы томился, мы закрываем. Но это еще не конец. Сначала закрыли первый слой. Слышите, как курдюк сейчас жарится с овощами? Сейчас вторым слоем будем закрывать. Посыпаем зеленью. Не экономьте. Чтобы вот эти ребрышки напитались ароматом кинзы, лука, да. Все, и теперь закрывайте следующим слоем капусты. Все. Команда работает. Закрыли нашим разносом и добавим водички сейчас чуть-чуть, чтобы все томилось. Пока здесь у нас готовится все. А что происходит в доме? Что же происходит в доме? А тут народ-то, смотрите, помогают нам. Тут стейки из конины, козы жая, валаваны. Ох, как кипит, ребята. Ох, как кипит. Вот теперь
Так, вытащили мы ребрышки, достали корын. Так, сейчас будем мяско вытаскивать. Так. Нет, 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 вот сюда, по краям, вокруг вот так выкладывайте, да. Вокруг, да, вот доставайте снизу, да, да, вот эти кусочки. Вот эти, да, мясо, аккуратно, не спешите. И вокруг. Да, 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 вокруг. Да, 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 вот сюда, да. Вот так. Наш барашек весь в казан поместился. Ага, тут. Так, картошечка. С краешку пусть, пусть, да, вот так. Все, мясо вокруг мы выкладываем. Такой табак у нас большой получился. А отдельно овощи мы отдельно выложим вот на вот это блюдо. Да, 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 да. Вот весь барашек сварился. О, какое блюдо! Можно? Вот. И что же у нас получилось? Наш барашек приготовился. Это овощи на гарнир. Капуста, картошечка. И сейчас будем резать карен бурме. Но мы дождемся всех за стол, когда все гости усядутся. Вот еще. Еще овощи идут, гарнир еще один. Еще один гарнир. И вот у нас блюдо получилось. Мясо, карын, овощи. Какой получился барашек. Жар идет. Карен бурме. Здесь мясо с овощами. Это у нас овощи в казане, которые готовились. И будем сейчас дегустировать. Режем наш карен бурме. Аккуратно. Ароматный, нежный, мягкий.